дом ветеринара. Вонючий зоопарк вонючего предателя. Сбежал. А я вас предупреждал. Собери все улики. Будь добр. И вы не имеете ни малейшего представления о том, где может находиться Анатолий Бродский? Да. Одно могу сказать. Он был. Был? То есть? То есть? Он хороший сосед. Я понимаю ваше желание защитить его, но видите ли, у меня иное мнение. Мы сейчас здесь, в вашем доме, потому что ваш хороший сосед – предатель, Зина. Понимаете? А у предателей есть друзья. И эти друзья не являются нашими друзьями. Я достаточно ясно выражаюсь. Зина, сейчас самое время что-нибудь сказать. Я слушаю. Понял. Мама! Не двигаться. Семен Окунев? Да. Здесь больше никого. Имя Анатолий Бродский вам знакомо? Да, я знаю Бродского. Хорошо. Вы знаете, где он? Бродский? В Москве, наверное. Нет, он не в Москве. У нас есть точная информация, что он скрывается здесь, у вас. Нет. Лучше. Подождите, вы что-то сказали? Нет. Нет, вы сейчас что-то сказали. Нет. Что вы сказали? Он где-то здесь, рассредоточится. Бродский! Бродский! Без глупостей. Держи руки на виду. Ну же, стреляй. Руки на затылок. Не дури. Пристрели меня. Руки на затылок, я сказал. Давай, стреляй же! Убей меня! Давай, убей! Убей меня! Давай, убей! Алексей! Давай, убей меня! Алексей! Алексей! Ah! Ah! Ah!
он ненормальный. Пожалуйста, прошу вас! Умоляю, не делайте этого, пожалуйста! Не убивайте мою семью! Они же малые дети! Что он делает? Двигаться! Пожалуйста, не надо! Нет! Не трогайте ее, остановитесь! Эй! Нет! Не трогайте детей! Василий! Эй! Стой! Эй! Василий! Какого хрена ты делаешь? А? Преподаю им урок. А ну-ка, повтори. Преподаю урок. Урок чего? Эти люди предатели. Пусть их дети на всю жизнь это запомнят. Что ты сказал сейчас? Они запомнят этот урок. А? Чему они научатся у тебя, гаденыш? А? Чему они могут научиться у тебя? Ты чертов трус! Дети! Они же еще дети! Чего ты замолчал? Лев. Какой ты мужик после этого? Лев. Ублюдок. Уберите его, или я его пристрелю к чертовой матери. Выполняйте. И уведите детей отсюда. Чего встали? Так точно, товарищ командир. Пройдите, Алексей. Успокойтесь. Уведи детей. Вот так. Быстренько. Пошли. Девочки, у вас где-то есть родственники?